Привет, ребятушки! Доброе утро! Я уже управляюсь техником. Ну, я уже дошел до техники. Находится. И уже включусь, когда мы пойдем обедать. Идем в кафешку. На обед у меня сегодня рассольник, плов со свекольным салатом и компот, так что всем приятного аппетита. Все, закончился сегодня. Прошел последний лагерь, я надеюсь, меня слышен, потому что на улице сейчас очень сильный ветер. И у нас такой, можно сказать, ураган. Даже, наверное, штормит. Туча, то солнце выглядывает. Вот. Допустим, доказательства. Так, ладно, все. Иду домой. На улице такая ужасная погода. Осенняя такая, такая серая. Поэтому я не знаю ничего лучшего, кроме как посидеть, посмотреть какой-нибудь фильм. Вот, например, я включил себе фильм под названием «Начало». Он вроде как 2010 года. И оценка у него, кстати, неплохая была. Купил себе попкорн карамельный и сделал кофеёк. В общем, досмотрел я этот фильм. И знаете, мне на самом деле как-то он не очень понравился. Мне показалось то, что он какой-то затянутый. Он шел 2.5 часа, блин, это на самом деле очень долго. И какой-то вообще... В общем, просто мне не понравился, показался мне неинтересным. Но я его досмотрел, постоянно хотелось на что-то отвлекаться, например, посидеть в телефоне или еще что-нибудь. Так что вот, я так понимаю, сегодня будет немножечко коротенький вложик, потому что сейчас уже 9 часов, 9.25. Мы уже даже погуляли с Собакиным. И все. Кстати, завтра нужно будет не в техник, но только к 5 уроку, потому что у нас заболела одна учительница по локальным сетям. Так что, да. Будет завтра только 4 урока, 5 урок. Получается, мне в техникум надо будет только к 12 часам. И это здорово. Но не здорово то, что учительница болеет. Болеть это, конечно, очень плохо. И в понедельник нам нужно будет к 3 уроку. Я сегодня, конечно, вообще ни разу не выспался. Утром проснулся просто такой, не мог отличить, где сон, где реальность. Мне так хотелось спать, что это просто какая-то жесть. Поэтому сегодня, скорее всего, лягу пораньше, например, часам 10 или хотя бы в 10:30, где-то так, потому что я уже немножко отрубаюсь. Вот, и мы уже поужинали, приготовили грибной суп. Очень вкусный. Сейчас грибной сезон. Грибы собирают родители только так. Родители, родственники любят ездить за грибами. Я на самом деле к этим грибам отношусь ровно, потому что мне что есть грибы, что нет грибов, мне все равно. Потому что я их как бы не особо люблю, не особо ем. И я их ем, потому что их едят все. А не потому, что, как бы, мне этого хочется. Да. Грибы, это же, по сути, грибы, чё... Не знаю, что я хотел сказать. И заметили, я как-то уже давно не фоткал, почему-то очень давно. Хотел сделать ту фотку с лужей, где отражение есть, но почему-то до сих пор ее не сделал. Давайте хотя бы фотик достану. Ты давно не доставал как-то. О, замечательно. Он заряжен хотя бы. Да, заряжен. Сколько тут зарядки? Чуть не показывает. Сейчас. Так вот, должно быть лучше видно. Ну, сколько, почему? Не фокусируемся. 41%. Нормально. Надолго хватает зарядки мне, конечно. Но о том, что я фотку, блин, раз в месяц где-то. И то, как бы, такое себе. Сейчас осень, да, опадут листья, вообще будет замечательно. Будут осенние фоточки в инсту. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот.
Антону нужно штатив его отдать, потому что до сих пор не отдал ему. И синтезатор, в общем-то. На котором я так когда-то очень любил играть. Но что-то он сейчас у меня стоит и пылится потихоньку. Вода. По поводу воды. Смотрите сами. За сегодня я ее, наверное, еще успею выпить. Потому что, ну, как бы время 9:30 только. И, знаете, ребяточки, я, наверное, буду заканчивать на этом влог. Потому что, в принципе, ничего интересного происходить больше не будет. Сегодня посижу, наверное, послушаю музыку в AirPods'ах моих. AirPods'ах, точнее, проводных. Потому что беспроводные у меня сели, и я их до сих пор не зарядил. Вот. Так что, да, ребятушки, все на этом все. Всем пока.